Концерт. И я хочу сказать, что вы получите истинное удовольствие от увиденного. Ведь наши дети всегда прекрасны. Больше хочу сказать, что наши дети, которых вы сегодня увидите с этой сцены, высоко несут русскую культуру и искусство, бывая за рубежом, в
Китае, Корее, Японии. И мы стараемся, чтобы эти поездки состоялись именно по линии Хабаровского союза обществ дружбы. Давайте скажем большое спасибо тем взрослым, руководителям этих коллективов, которые сегодня согласились поучаствовать в концерте. И хочу сказать, самоотверженно работают с нашими детьми, поскольку это всегда непросто, тем более, что это делается практически свободное от работы у взрослых время. Дорогие друзья, сегодняшний наш концерт состоится накануне Дня защитников Отечества. Разрешите мне от имени женской половины присутствующей в этом зале, всех наших дорогих мужчин, юношей, да всех нас поздравить с этим всенародным праздником, Днем защитников Отечества. Я хочу пожелать всем нам крепкого здоровья, всегда хорошего настроения. Я думаю, что настанут те времена лучшие, о которых мы мечтаем, и мы будем больше и больше радоваться. А в заключение хочу вам пожелать хорошего настроения и побольше улыбок. С праздником! Спасибо, Ирина Ивановна. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы открываем нашу концертную программу номером «Русская игрушка» в постановке студента заочного отделения хореографического отделение Хабаровского государственного института культуры и искусства Романова Павла. Итак, русская игрушка. И приятного отдыха вам на нашем вечере. Thank you.
за бедем, солнышко на дворе, а в саду крапинка, сладкая ты моя, я как камалинка. Thank you.
первое отделение нашего концерта «Антракт 10 минут». Thank you.
Thank you.
Thank you.
поздравить вас с ваших кресел. Я хочу пригласить на эту сцену руководителей коллективов и представителей коллективов, которые подготовили этот праздник. Итак, я приглашаю на сцену ансамбль бального танца «Калейдоскоп». Руководитель Светлана Жайкова. Ансамбль танца «Радость». Педагоги Шакир Шайгарданов, Эльвира Романова, Елена Франкевич и балетмейстер Али Мамедов. Приглашается ансамбль танца «Танцурята», руководитель Наталья Савина. На сцену приглашается ансамбль народной музыки и песни «Рождество», руководитель Варвара Гагинова. Приглашается вокальная студия Центра детского творчества «Гармония». Маша Подсекина, Олег Корсаков. Дорогие друзья, еще минуточку терпения. Слово для награждения памятными дипломами за содействие и развитие культуры между странами Тихоокеанского региона предоставляется заместителю председателя Хабаровского союза обществ дружбы Нине Фоминой. Уважаемые друзья, прежде чем вручить грамоты, я бы хотела бы поблагодарить вас, зрителей, которые, несмотря на то, что очень заняты, пришли на наш концерт. Хочу поблагодарить... На праздник наш, да. Хочу поблагодарить школы, школу 80-ю, школу 83-ю, гимназию номер 3, гимназию восточных языков 4 и всех, кто пришел к нам в гости. Большое вам спасибо. Спасибо всем тем, кто был на сцене. Без них бы такого концерта у нас наверняка бы не было. И я бы от имени Хабаровского союза обществ дружбы с зарубежными странами хотел бы просто вот вручить им грамоты за содействие, за дружественные связи с Тихоокеанским регионом. Елена Ивановна, когда выступала, сказала, что очень многие, кто выступал на сцене по линии общества дружбы, ездили за границу. Я думаю, что еще этих поездок будет много-много. Значит, грамотой награждается Полинария Прокопьевна, руководитель ансамбля. Грамота получается Шакир Шайгарданов, хореограф ансамбля «Радость». Шакир Васильевич. Педагоги, выходите вообще сюда. Грамотой награждайте Эльвира Романова, хореограф ансамбля «Радость». Алина Медов, хореограф ансамбля «Радость». Светлана Жарикова, руководитель ансамбля бального танца гимназии номер 3, «Калейдоскоп». Наталья Савина, руководитель ансамбля «Танцулята». Варвара Михайловна тоже награждается грамотой. И сегодня мы слушали великолепных певцов. К сожалению, руководитель прийти, она болеет, не смогла прийти на наш концерт. Награждается Зоя Мазайкина, руководитель вокальной группы «Гармония», Центр имени этой студии Маша Подсекина. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо. Спасибо вам за теплый прием, вам здоровья, здоровых внуков и теплых, и здоровых детей. До новых встреч!